Ассаламу алейкум. И вот так вот. И вот сюда. И вот сюда. Сегодня проводим дуа в поддержку ребят белогорской группы, которых обвиняют огульно в терроризме. Это Энверага Амеров, Реза Амеров, Айдер Джипаров. Их обвиняют в терроризме в том, в чем они невиновны, они этого не делали, это вообще абсурд. Во-первых, они даже не помышляли об этом, потому что наша религия ислам запрещает терроризм. Прочитали дуа, иншаллах, и просим Аллаха, чтобы Аллах принял наши дуа, чтобы наши все ребята, все, кто попал под этот каток репрессий, под статью 205 и там остальные по терроризму, чтобы они все вернулись домой, живые и здоровые, к своим семьям. Аминь.